Уже через месяц трасса «Игра Красногорская» станет центральной дорогой для спортсменов со всей Удмуртии. В середине августа Красногорский район будет принимать республиканские летние сельские спортивные игры. А потому нынче этот дорожный объект начали ремонтировать одним из первых в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который инициировал президент страны. Всего в работе 11 километров дорожного полотна. Это два участка. Первый в Игринском районе, уже готов к сдаче. Второй в Красногорском, приближается к финишу. Здесь мы фрезеровали существующее покрытие. Нет, не до основания. Здесь фрезерование выравнивает продольный поперечный профиль. Следом мы в тех местах, где фрезерованием не удалось выровнять, соответственно, укладываем выравнивающий и верхний слой покрытия. Объем работ по двум объектам примерно где-то в 72-73 тысячи квадратных метров. Дорожники работают каждый день, порой без выходных. Уже уложили выравнивающий слой мелкозернистого асфальтобетона. Кстати, материал на площадку подвозят в режиме нон-стоп с нового асфальтобетонного завода из соседнего Игринского района со станции Кушья. Помимо дорожного полотна здесь укрепляют обочины, а еще устраивают автобусные остановки с павильонами. Этот процесс не из самых из легких работ. По прямому участку укладывать асфальт, а павильон там и уклоны нужно соблюдать. Толщину. Вот бордюрка, там 20 сантиметров. То есть, если больше сделаешь, все, забраковал. Ремонтные работы на Красногорской дороге планируют завершить уже на следующей неделе. Планы соответствуют срокам, впрочем, как и процесс ремонта, новому подходу, комплексному. В целом, постепенно мы к этому двигались, потому что раньше не хватало. Мы же знаем что дорога строится, например, а тротуара нет. Дорога строится, а остановочного комплекса нет. А сейчас вы видите, что и бордюры окрашены, и разметка, и пешеходная дорога. Вот сейчас идем к тому, чтобы и зеленые насаждения еще были между тротуарами и дорогой. Ремонт автомобильных дорог в Удмуртии в рамках нацпроекта активно продолжается. Часть дорожных участков уже сданы. Всего на этот год в перечне 19 региональных трасс. На сегодняшний день у нас в работе 9 объектов. Мы вот как раз планируем этот сдавать в ближайшие дни. Один объект на сегодняшний день еще пока не начат. Но в соответствии с графиком мы его должны в ближайшее время, через 2 недели, приступить к последнему объекту. По словам руководителя регионального Минтранса, ремонтные работы идут с опережением графика на 4%. А реконструкцию на всех объектах по нацпроекту в Удмуртии планируют завершить до 1 сентября. Елена Обуховская, Александр Широбоков. Новости.